Еще один претендент на место в Государственной Думе России подал документы в ЦИК Чувашии. Леонид Пронин, действующий депутат городского собрания депутатов города Шумерле, заявился на выборы по Канашскому одномандатному округу от партии «Единая Россия». Леонид Пронин рассказал, что готов поддерживать и помогать реализовывать инициативы и проекты по развитию региона, озвученные президентом страны Владимиром Путиным, в частности, в сферах здравоохранения, экологии и экономики. Также особое внимание в своей деятельности «Единорос» планирует уделить проблемам регионального бизнеса. Цели мы ставим следующие. Это создание благоприятной среды для развития и стимулирования нашего малого и среднего бизнеса, нашей экономики. Наша задача сделать все возможное для того, чтобы бизнесу было работать легко, комфортно. Это снижение и административной нагрузки, и каких-то, возможно, бюрократических барьеров. Это доступность кредитования. И самое важное – это процентные ставки. Естественно, вкупе все всех этих мероприятий будет зависеть дальнейшая работа наших предприятий, малого и среднего бизнеса, на результат. На данный момент на выборы в Госдуму выдвинулись три кандидата одномандатника из Чувашии. Один, а точнее одна, Елена Евгеньева, заявилась как самовыдвиженец, и двое – Алла Салаева и Леонид Пронин от партии «Единая Россия». Напомню, что заявки на участие в выборах от одномандатников-самовыдвиженцев перестали принимать еще 12 июля, а вот партийные кандидаты имеют право заявиться до 23 числа этого месяца.